тебе. Понимаю. Вот эти паучки мелкие, блять, вроде их мало, нахуй, бьют больно, твари. Это, ой, ты в коте бегаешь, в принципе. Единственное, в мишку прыгнешь на брыкане, когда это, когда рой будет, если будет. Так, шикит нахер отделку. Я вообще, кстати, затупил, блядь. Не хотел я, блядь, шипы делать, блядь, что-то затупил, реально. Шипы сделал на старт. Че тут вкратце, как не умереть? Дамажишь, сейчас поставлю метку. Дамажишь босса, когда я скажу все в квадрат, убегаешь в квадрат. Там вам приведут жука. Этот воин будет держать жука. Его просто залейте и все. Все понял. Это шамика нет. Никита! Решал он, как Ни... обычно. Никита! Чё случилось? Догоняй, мы уже возле Ануба. Кстати, слышишь, реально в десятке убить в одного танка, блядь, латхипа? Мне кажется, да. Ну, доза это ты, Но блядь. мы на том КД убирали. Убивали его так. Ты не с пухами, нахуй. Я 7, блядь, доза нахуй. У тебя такой голос, когда ты трезвый. Тоже забыл его трезвый голос. У меня просто, блядь, ну я сейчас не бухаю и сам не хочу вообще в том плане, как бы, блядь. То, блядь, все болеют, нахуй. Малая болеет, блядь. Все болеют, нахуй. Сейчас, извини, перебью. Аус, ты просто... Я не помню, ты, по-моему, не был тогда. Да, это не, ты не в тот раз с нами ходил, когда Доза бухой такой, пошли на копыта, Гер, я сейчас Сова захилю. Ты Там, шо? где он ТЦ пытался за шипы выдать. Да. Давай, черчи на готовность. Если ты готова, то поехали. Да, 10 тысяч гпс, если я умру от шаров. Че, лагаю? Да вроде не должен. Создаю. Давайте, говорит, на меня метку, я буду водить людей. Да. Не, ну пошел он Накс, нахуй, 4 босса осталось. Вот там хилы дырявые, пиздец. Ну, не для Накса. Рука, а да. Я не помню, нахуй. А? Геру давай сейчас. Кстати, это буешь шеи, блядь, десятка хоть не падает нихуя. Там Пока не видел. блядь, меткость хасты и СПД. Стоп, не по стражнику сыграйте. Точечно быстренько сыграйте. Наркоманы ставят цены, блядь, на их. 5к, блядь, шея, вы чё, охуели, да всё? Не, мы еще не видели ее даже, если не, на честно. прошлом КД просто упала с трэша 3 штуки, блядь, вот какие ци получается на Хейгана. Из этих слизней бить и всякую тут залупу перед Хейгеном. Три шеи упала, блядь. Я говорю, давай куплю, нахуй, нахуй мне послал. Я говорю, ну давай, хорошо. Ну что, давайте, короче, десятку на группу ути спокойненько пройдем. Нити только то, что вам надо. Если надо на main spec, на off spec, то нити. Отдадим в приоре на off spec. Ой, на main spec в приоре будем отдавать. И в принципе остальное кидайте на распыл, если кристаллы пропасти будут, отдавайте Юю. Он у нас чантер. Хераси. Потому что тут уже мало кому шмотки нужны. Походу точно лагаем. Ну что у тебя еще это? Старый мир идет, да? Да не, мне просто надо остановить, я там, блядь, скачаю. Сейчас будет скоро рой. Готов. Все, жуки трупоеды убежали. Все в квадрате побежали. Войд готовся ловить мом. Все, сыграли по мобу. Там уже убили босса.
5%. Ну да, учитывая, что в принципе мы в два танка и один вагончик у нас, то да. Перестал, не видел, что Волки в 25 творился. Это вообще на 30. Блять, анимешник. Блять, с духом отдавать. Кого? Да с духом перчатки упали, аним. А ты, блядь, кастерские перчатки посмотри, где они без духа. Они везде с духом. В основном их мало, блядь, но хуй его знает. А ты семь. Все, сразу побежали, ребят. Ну, стопом, идем быстренько. Что говоришь? А ты семь комплект. Ты семь? Блядь, ну, если честно, на ШП ты семь. Это порнуха. Он даже ее боит. Слав, да, да, и шею, либо вазу, либо без дыр. Посмотри, кто там второй порол, какой был, в принципе, что он это. Бездари 78 уровня. А у ВАЗа 200. А ну, кто да, без... там, ну. Там прокрутилось? Ну, по ролу за тобой был этот ВАЗ, потом бездари. Ладно, ВАЗу закинул. ВАЗ, она тебе сильно нужна? Ну, я думаю, у вас, если решит, что не сильно нужно, на паладину даст легко. Ну, да, я тоже так думаю. Смотрите. Она как бы особо не решит. Ну, конечно, с 78-го бустанет нормально. Ну, это я тоже так думаю. На ретрика нормально эта шея заходит. Ну, в принципе, как и на анколик. Поэтому как-то. Доза в рейзе или не в рейзе? Кто? Доза? Не-не-не, доза просто сидит пиздит с нами. Консультант. Да, я да, сегодня да. Пошел с пугами нахуй. Какой-то еблан собирал с ЛФГ. И по итогу нахуй пришлось мне ролить. Он сидит и молчит, блядь. Пришли на босса. Ну все, давайте пуляйте. Я говорю, что пуляйте, блядь. Тактику рассказать мне. Оля, я не знаю тактику, и все, пиздец. Пришлось мне, блядь, короче, нахуй. До лотки, по лотке понюбили, потому что профила не было. То мордру был 200-й, блядь. С такой тренькой, блядь, печальной, что на его нахуй. Да и шмот у него не чаренный, нихуя. Ты меня не видел, я 160. Это вообще жесть, а понимаешь? Там на гроблесе, блядь, он стоит, на него вешается этот укол, ну, который надо выносить, блядь, диспелить. Он стоит просто нахуй в рейде, блядь, и ебланит. Я ему говорю, вынеси. Он стоит нахуй. Я говорю, вынеси, стоит нахуй. Лужу разливает в центре, блядь. Маг такой же долбоёб, который 1.5 ДПС давал. Мы, я тебе хочу сказать, мы, короче, блядь, 2 квартала закрыли 9-0 нахуй. Дамажил только я, фича, блядь, еще какой-то пацанчик там, блядь. Хан там, блядь, хуйню какую-то давал. Хейгена в 9-0 убили нахуй. Ну как в 9-0, блядь. 7-0 или 6-0, блядь. Остальные сдохли. Вообще пизду нахуй. Лучше не вспоминать это нахуй. Так. Ну все, тут, короче, Юю подтянешь, как обычно, подтягиваешь служителя. Поддамажьте сначала РДД черепочек до 20%. Потом Юю притянешь под бешенство. РЧ на готовности, со всеми готовыми. Амелики кого бьет? Фарлину. Mm. Да. Ты на боссе? Да, я на боссе. Да тут, в принципе, трэш не надо держать. Он все равно будет срываться. Они теряют агро в любой момент. А, на также еще сегодня был прикол. Чувак кричит, у меня минус, куда мне бежать нахуй? Я говорю, в пизду. Ну, нашел дорогу. Я не знаю, он сдох, короче, нахуй просто. Ну, у меня, я чуть реально не сгорел, но, блядь, я объясню. Все, по черепу стопните, играйте все по вдове. Атилса убили. В 6-0, по-моему, блядь. И в 7-0 там что-то. Причина нахуй. Горел, а что там с этим друидом происходит? Что ему так больно? Ну, 4 мобика стоит. А он служителей держит.
У него ж нету рефлекта. Пусть квест пойдет сделать это. Никит, тебя не хватало. Готовьтесь, бешенство скоро. Готовься тянуть, нам будет задамажить. Сейчас босса выведу за ОЕшку. А хотя давайте не будем убивать, я прожмусь. Не, давайте убьем. О, бешенство. Бля, ладно, убивайте. Хотел ачивку сделать. Ладно. Все, играйте по боссу, все, все по боссу. А, да, давай, гимноману, шамик тотем. О, таких контролить можно, Алена. В плане контроля над разумом, ты в десятке, по-моему, не работает. Не, в десятке вон, контроль не работает. Вон в жабу я посадил. А, а ну жаба, жаба работает, да. Юй, готовься, если что, вон один моб остался только. Его, если что. Потей, я там завис. Пойду рогаться нахуй, пока вот эш, блин. Второй, ой, блядь, кобальт нахуй, заебись. Заодно гайд. Да я кино смотрю, блядь, он уже хочет сол, блядь, я уже бивни. Блядь, лучше гайд посмотрели, у нас в гильдии половина людей, которые, блядь, о, решал, решал, ля, ноги какие пиздатые на тебя. Распылить, нахуй не надо. Вот, кстати, ступни бездарь. Да не, у меня зареп. А, не понял. Короче, я это сейчас ревогнусь, пока вот там трэш, херя. Ну давай, Холик, ты сам пока хилишь. Что за уёная пушка-то, кстати? Что? Что за уёная за пушка? Какая у тебя пушка? Вон, линканула. Хаст, СПД. Блядь, я могу сделать это на ручку. Крафт. Столько же СПД. Не надо. Столько же СПД, минус хаста, плюс меткость, плюс крип. Ну здесь аккуратно вдоль стеночки проходите, они обходят. Че не зачарили? Ну зачарить надо было. Ты меня не зачарил. Так ну, мы ж чарили. Я говорю, ты ж не зачарил. Подожди, мы тогда счарили вас, по-моему, или не зачарилась она. Ну как? Объясни мне. Сейчас опять арахнофобию, блядь, пройдем. А мы чарили 8. А может, они чарнули пушку, блядь. А вот титанчик подъехал, блядь, красава, нахуй. Пятый стак титана, блядь, слит. Вообще красота. Доза скинь мне. Короче, погоди, 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 доза. Там, короче, смотри, какая херня. А подходишь к почте, да? Там нажимаешь отправить письмо, блядь. Убиваешь там шамик. И хуяришь туда, короче. А то, блядь, ты так, тебе некуда слаживать будет, а я, блядь, подержу, как бы не вопрос. На сохранение. Да хуя сторонита. А я, получается, смотри, у Фичи, блядь, алхимия, но у него мастер зелий, нахуй, эликсиров, или как, ну, фласки. Но он будет переебывать мастера трансмутации, потому что я боюсь, нахуй, давать кому-то так, нахуй, чтобы... Доза. Это, и ты там мне еще 1003-4 голды скинь. Че, на профу, что ли? Да вообще хотя бы, блядь, у меня 150 голды, нахуй. Это весь мой, блядь, имя. Как говорится, на починку, блядь. Да, на починку, но в фласке, блядь. На всю хуйню. Что-то мне кажется, нет, тут не загрите. Наебанный, да? Кто? Онлайн какой-то наебанный, нет? Ты бы не сказал, что наебанный. Ну тут вот, он... блядь, я заходил во сколько? Часиков 9, наверное. Я заходил, смотрел, типа 7 с лихуем рыл онлайн. Охудили только, блядь, ВОЭС 25-ку. Все. Так то нет, а то ты не забывай то, что уже давно гильдии сгруппировались, и в компании хоть свои 25-кой просто где-то добирают пого. Уже ж, блядь, все равно фуда мало, там две гильдии фудило и все, и какой-то. Кто-то чили, кто-то занимается профами, кто-то это, блядь.
Я вон Юву, блядь, думаю, нахуй скупить. Ювелирку, блядь. Ну, да тогда не проебался, конечно, блядь. Когда было, блядь, по 98, надо было скупать сразу. Наверное, штук 200, блядь, этих. Ну, я проебал. Сейчас иди покупаю. Да, ебал в рот по 300 покупать. Я вон лучше, блядь, поставлю ботанок, пускай по спамин по 150-160, блядь, пускай на почту наложку. И что мне брать? Я и так возьму, если что, у меня камни, которые надо, там, блядь, мне ж не надо фул его. Там камни на выносливость, там подобное. Решал. Никит, ты заходишь? Да, да, вот гайд досматриваю и включаю камни. Вернее, там. Бля, мы его забосса уже. Ну расскажи тактику пока ребятам. Да, они все в курсе тактики, кроме этого. Кроме меня. Да. Ну, как? Ты взяла тринку. Просто это. Да позже дай ему тактику расскажу, по-моему, блять, расскажешь про свою тринку. Стоишь просто под боссом и ухуяришь. Будут ады мелкие появляться, просто ауешку отдавай, все. Они там мало хп у них, они быстро умирают. Все. А, ну таким босс не нравится. Так, вас Паша, уже тут. Про эту тактику, блядь. Это тренька у нее работает, она, я видел, она яйцо с десятки взяла. Он чего, оно прокает нормально, блядь. Хасты дает. Короче, смотрите, по РДДшкам давайте я вас расставлю. Кто где? А ну сейчас, секунду. Зая, где черный шнур? Вот эту. Вы все на Миксане? Да, на Миксане. Кстати, там есть место, короче. Получается, от выхода съебаешься в ебеняк, где второе яйцо. И все стоят в одной точке, оно кидает чисто к стенке вот одно яйцо. Оно не будет под выход кидать. А может ты и шаришь, знаешь, про эту хуйню. Да хуй с ним, тут и так быстро взрывается. Значит, вот здесь вот. Вот здесь. А ты знаешь, почему, блядь, и... бабу на площади не выебать? Капустка? Ну, бабу на площади почему нельзя трахнуть, знаешь почему? Здесь рыбацепа сам. Блядь. Блядь, как оно говорится? Подожди, сейчас скажу. Блядь, такой вопрос. Советчиков дохуя. Да, 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 вот. Советчиков дохуя. Без шекетов. Никит, ты заходишь? Да, да. Он у меня там прогревается, загружается. Чёрт. То мы сейчас, блядь, арахнофобию проебем, нахуй. Я хочу эту ачивку получить, хули. Что-то название ачивки мне уже не нравится. Там шкаф пока. Стоит шкаф уже, тебя ждет, блядь. Да меня тут знакомые, блядь, позвали в этот Shadowlands поиграть. Да я, блядь, начал качать, а он, сука, блядь, 80 гигов. Это, блядь, не с белорусским интернетом. Ты чё, блядь, решала, блядь? Ты как и с оргазмом нахуй да, пойдешь? Все как все говорят, попробуй, да, а потом все, пиздец, и решала не станет, нахуй. Почему не станет? Решала станет, блядь, просто где-нибудь в другом месте, нахуй. Ты главное, блядь, на РП заходи, нахуй. 25-й. Что 25-ка? Время там установилось, нет? Ну, 8 по МСК будет. Ну, тебе будем оставлять слот. К четвергу 8 по МСК, но тебе слот оставим, не ссы. Я зашел, блядь, как бы. Что-то, блядь. Принимай слот. Все. Арчей, поехали. Смотрю, Шеки, ты поработаешь, как всегда, да? Что? Все, 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 мне ответили. Кстати, интересно, если на X2 пойти Волка Гер, блядь, то там, наверное, меня даже хуй пустят, нахуй. Там проходной балл и плюс еще чего какая-то надо, по идее. Я думаю, если ты, блядь, накинешь пару соточек, нахуй. Откуда взять этим пару соточек? У меня он, блядь, монитор что-то стоит. Я имею в виду, блядь, этой горючей, нахуй. А-а-а. Я вообще в любой рейд возьму. Это да, блядь. Там сову разбить.
Пауэр открываем. А у меня... Это, блядь, монитор стоит, нахуй, в последнее время. Вот, блядь, есть же мониторы, правильно, ЖК, блядь. Без этого, блока питания самого, правильно? Ну, да. Блядь, а у меня, короче, блядь, компьютер, нахуй, сука, да? Вот этот блок питания сам, с утра, когда включаю комп, вот, ну, блядь. Он у меня, получается, на блоке питания желтая лампочка, зеленая лампочка загорается, и потом тухнет. Типа, как, блядь, какого-то, ну, не хватает тебе питания или что, блядь. Ну, типа, может, блок наебнулся, надо блок менять. Я вот по интернету, блядь, завтра, может, пойду, поеду блок куплю, если, блядь, не в блоке дело. Покон с рыбоцыпы, пойдите разбейте. Верну обратно, короче, ебят мозги, нахуй, что-то с монитором, блядь. Где монитор поменять, пиздец, блядь, на Новый год все бабки проебаны, нахуй. Планшеты, хуеты, блядь, телефоны, нахуй, себе сам нихуя не купил, кроме бутылки, сука. Ну, главное, бутылку купил, блядь, зато все рады, блядь. Дочка с планшетом, блядь, это с телефоном нахуй. Слушай, какая тема есть? Хотите, я вам гиру дам, блядь? Сейчас вот 30% будет, и да. Давай, гиру. Окон. Сегодня разбейте кокон, разбейте кокон, кокон разбейте, блядь. Это я вижу, да. Блядь, разбейте кокон. А это бешенство хан снимает? Нет. 1, 2, 3, меня слышно? Да, я же говорю, не сбивает. Кстати, на глуте, блядь, она ж не снимает, нахуй, по-моему, да? Ну, это еще не доказывали, пиздец. Маг может снять с глута бешенство, блядь, или что он там подает, я вот не помню. А чё, невидимый кокон у меня, да? Нихуя себе. Невидимый кокон, блядь. Ну вот я стою, блядь, не двигаюсь. Куда ты? Хорошо, да, маг не проходит. Ну, уже подошли к мерзости, давайте на мерзость. Я, правда, хуй его знает, кто у нас будет. А, ну, в принципе, у нас Войд половит мобов. А Лоскутик где находится? А Лоскутика пошли. Ну, мы туда идем. На мерзость. А, вы про глута? Да. Ну, на глуте поводишь, трэш. Сегодня глута убили, короче, в одного танка. Ну, там в одного спокойно и так можно. О, то, что факт, то, что там были дебилы и нахуй. И не знали, блядь, какие даже нахуй. Ну, там вары, это вообще, ну, пиздец. Я пока им объяснил, что да как, нахуй, они, у них башка, наверное, болела, блядь. Ну, факт, что убили, Тадиуса убили, блядь. Ну, а вот хиппи, блядь, что-то друилька подвела, блядь. А ты это, Саня, слышишь, ты символ поменял, нет? Сколько у тебя духа? Уже 4 кустал, нет? Лика. Ну ебать, 1к, блядь. Просто даже ему тебе дает 200. Вот это, по-моему, 20%. Талант. Удачи. Кстати, а кто знает по инфе? Интернал, это ж, по-моему, Асгарда есть, блядь, или нет? Что-то мне достаточно инфа, там половина Асгардов, блядь.
Ну факт то, что, блядь, этот изъяснился нахуй со своей гильдой. Которая нас. Вдоль со мной, идите аккуратно. Здесь. Что получилось, блядь? Было, короче, 25-ка собрана, блядь. Перед открытием, блядь. Тут что, ничего нету? Здесь просто первые полминуты АФК, постой, не бей босс. Вот, но танка не башится. Ну, тут Войд в ДД, ну, она... типа в танке, но в коте. Там понятно, то, что надо, чтобы второй был по ДД. Да. Дайте мне маны попить, ну ладно. Войд, залей ему. У него КД. Блять. А. Шакит, залей и нарушами. Да хуйня, тут хулипал, тут чисто тебя хилит, подхилит. Да ща, откатится. Все, милики домашние. Герман, Шакит да, нормально вырвался. Ну, через 6 минут только сможешь ее дать. Я говорю, через 6 дам. Ну, надробовался. Юлия, а что у тебя за плейсом, братуха? Ты где, блядь? Убрали, короче, сетап. 25-ки уже все, типа, ну, на ФК. Был уже полный, полноценный 25-ка. За день, блядь, съебывается у нас, короче, блядь, 5 человек, нахуй, со статика. Идут в гильду, я не помню, какую, блядь. Вейкапы или что-то такое плана, блядь. И там изич был, я не помню, в какой изич был. И, короче, они идут в ту гильду, там мы танк одели, мишку, всю хуйню, блядь. Они идут в ту гильду, короче, блядь, и по итогу нахуй отсосали. Все, излились нахуй просто. ФК не взяли и съебали сервера. Ну, нормально. Они, а у них на Хейгане нахуй 8 или 9 вайпов нахуй, они такие его не убили. Говорят, типа, блядь, мы убили через баг. Какой мы через баг, нахуй? Мы просто бегали грамотно и все, блядь. Что им мешало так же побегать на Хейгане, блядь, как нам. Хуй его знает. Слушай, ну даже без напула сейчас я уже нормально держу агро. Я вон уже от ауса отрываюсь спокойно на пол косаря. Ой, на пол это, пол ляма. Сдай один на ману, Зай. Ну там просто у всех маны уже мало. Знаю, 100%. Пропал. Что говорил, пропал. Нет, все нормально. Был. Бля, быстрый килл, но не успели доделать чуть-чуть. А он кливает, нет? Ну, вообще нет. У меня там коляшка падает, пиздец, с десятки, с 25-ки вообще классно. Вообще падает ли она? Что я, блядь, сколько все время ходил на этом сервисе, не видел ни разу коняшку. Что она падала. Это как Sony, короче, ну ты понял. Нет, Sony я видел 2 раза, дракон. Пойду что, блядь, у меня нахуй нету желания, блядь. Все нахуй. Войд, по моему спеку плащу. Кому-нибудь. Кому надо? Да и Шейкету может. А нет, Шейкету на спек. Ну, либо Шамику, либо Дюпанату.
Кстати, вообще Райтер Лок одел боты хоть или не одел? Смотрел Лок. Надел, одел. Я ему в ПМ сразу написал одень, чтобы персональными стали, он сразу одел. А хуй его знает, знаешь, не оденет, блядь, потом на аукционе ему смотри будет 15к. Ну они 15к не стоят, блядь, за такие боты нахуй. Ну 15 нет, но я думаю, косарей 5-6 точно можно спокойно. Да. А киньте мне в обмен кто-нибудь еды, воды, блядь. Еды, воды? Да, желательно воды. А то, блядь, мага нету нахуй. Шарганом слился нахуй. Ну да, предатель просто. Я не понимаю, что он, блядь, добьется на X2 нахуй. У него же там не такой охуенный гир, блядь, был. Ну что там у всех не такой охуенный гир, блядь. Там открытый контент. Это, ну это да, блядь. Ну пизду нахуй. Я на X2 давно смотри, наиграл. Ну вот пойдет, смотри, вот пойдет он туда поиграет. Поймешь, что там хуйня. Придет сюда, его нихуя не потеряет. Нихуяшники, блядь. Нихуя не надо. Почему? А почему? Он потеряет место в составе. Мне он уже нахуй не нужен. Блять, найдет себе другой этот. Ну, проблема, чтобы найти, блядь. Я бы не сказал, а нахуй. Да, такой, нахуй. Такой, как у Владика статик, блядь, он хуй такой найдет, где нахуй не надо. Да ну нахуй, что других статик. Блять, хуй его знает, мульти, блядь, найди статик. Нахуй. Тут магов этих нахуй нас надо. Да и похуй, ёпта. Зашел нахуй, обосрал всех магов нахуй. Все, ёпта. Самый первый маг, кстати. Два? Я вот я знал, я, ну, точнее, не знал, блядь. Когда отпивайтесь и сразу пул будет. Давным-давно, блядь. Что делать? Были старые гильдии. Здесь, смотри, идешь постоянно сбоку от босса. Если на тебе мутирующий укол, то отбегаешь к стенке за спину босса. То есть я босса по вот этой решетке буду водить постоянно. Ну там провел, оставил. У него как у ядового смотрителя, он под себя кидает лужу. И помимо он кидает такую же лужу на любого из дамагеров. Ты просто выбегаешь из рейда за спину босса, там где нету лужи. Стоишь, ждешь, пока она тебя спадет. Спала, побежал обратно. Понял? Сбоку, да, бьем? Да, ну ты сбоку старайся бить, но так, чтобы ты под морду не попал, потому что он еще ОЕ сдает. Я понял. Еще раз арче и погнали. Решал где-то Геру через секунд 10 после кула. Вот он дойдет, я его поведу и все. Или диспелится? Она диспелится, но не надо диспелить. Зачем сокращать время до укола? Не, ну по плане да, когда время сходит, она ложится. Все, играйте. Давай, Геру. Облако милики сдвигаем. Вас вынес. Облако сдвигаем. Ну да, хуй вас чуть вынес. На за спину. По диагонали за спину босса уходи. А, так это ж у вас так... получается еще и хулипал съебался. Солнышко. Да, ну. Это да, ну это ж была это, да? Как ее? Сима. Сима. Твоя Фимочка, которая, да. Есть. У них любовь, что ли, там? Ну, видимо, да. Этот. Да вон, в принципе, мне этот дюпонатор нравится, возможно. Войд выноси. Вроде хилит нормально, не слакает, в отличие от Сима. Дюпонатор выносишь. Надо пойти покурить, блядь. Архирода не копал, надо пойти переводчик. Что-то бля, тут лужа, что ли? Паладин, бля, да. Там очень. Шакет выносим. Облако, милики, опять сдвигаемся. Вас вынес. Облако, милики, сдвигаем. Вот вас чуть-чуть назад выноси, ты видишь по миликам, как въебываешь эту хуйню. Вперед на ход, а назад. Облаком.
Бездарь вынес. Хочешь, вот вынес и сам продиспель себя. Угу, все. Ну, так тоже работает. Да, да, да. Я же говорю, диспел работает. Шамик выноси, облако велики аккуратно стреляю. Я фигать. Декорсич не показывает его. Странно. Шакит выноси. Решал, выживет. Да я живу, живу я. Облако. Побежал бы. Потерялся. Рыба цепа вынес. Юрию выноси, добили. Опа, щит. О, щит на танка. Блять, хуже моего. Не, ну с одной стороны он блокирование до хера дает. Да, я чисто ради трансмога, пожалуй, его заменю. Вот, кстати, кисти без духа, но с МП5. Погнали на глута. На глуте войд тогда поводишь мобов. Я сам потанчу босс. Что? Блять. Только войд. Где здесь выбегать? Обегать здесь. А там а, это. И туда, да. Да, туда, туда. Угу, понял. Бля, ну я не знаю, просто тут некому контрить. Ну я пойду тотем поставлю там, да. Хорошо, да, Никита, только хотел сказать. Слушай, а вот такая фишка работает, нет? Если выйти туда, блядь, и бомжей нахуй кидать. Вот этого не знаю, можно будет попробовать. Если они на босса пойдут, бомжи, то за бомжами трэш пойдет. Но если, типа, херовин до хера будет, и они в стороне, то они не должны, блядь. Можно пробнуть, не знаю. Ну, а попробовать. Почему нет? По сути, ни хера не теряем. Там можно, можно этого, блядь, пауэ сумануть. Там будет. Да, поставьте шкаф, давайте засумуем его. Что такие зложелобяры, блядь? Все, давайте фулл баф обновляем. Юю, вас по команде, если скажу, то прожимайте сетаунд босс. Это не надо, это не надо. Так, и смотри, Андрюк, тут, короче, стоишь, лупишь босса. Когда даю команду, то идешь в центр, босс будет вот где я сейчас стою, возле ворот. Mm-hmm. Когда даю команду, идешь вот туда к черепочку, там будет трэш появляться. И во время истребления, он кастанет истребление, босс, у всего трэша будет по 10% хп. Надо будет быстро залить трэш. Mm-hmm, понял. У которого по 10%, которые фуловые, не надо, не трогай. Все. РЧ на готовность, если все готовы поехать. Все. Дайте только его поставить. Все, играем по боссу. Наступление снимать некому. Хуевенько. Я пока не могу использовать эту способность. Ну что, можете, можете, кстати, даже без прожимок ДКшки забирать по команде. Только если по доступлению я буду говорить. Так, Юю, ледяная стойка. Таунт. Сейчас. 2 секунды. Нормально, он сильно не пробивает. Все, я забрал. Меняй стойку, дамаж.
Бля, если бы с Герой били и без вагонщиков, в принципе, до истребления можно даже добивать. Гляди, как бы еще секунд 45 до истребления, у него уже пух по ней. Так, вас ледяная стойка, жди команду, забирай, 3 секунды еще держи. Забрал, все, поднимаем рейд по хп, играем по мобам, все по мобам, все по мобам, все по мобам. Тогда играйте, Войт, скажи. А, все, играть побольше. Все, тут я уже дотанчу, наверное. Изи. С одной решетки изи. Ну, так в десятке в этом плане и хорошо. Ой, решеточка одна, блядь. Не заморачиваешься. Это темп заебись помогает. А ну-ка стопните, Юй, иди бомжи туда отдай нам. На них уже добили. Никита, поздно. Только бомжи зажали, блядь. Молодцы. Еды не дают, бомжи не дают. Во, вот этот меч мне нужен. Хороший танковский, да? Да, просто, блядь, пиздатый, нахуй. Вообще хороший меч. Просто... Стойте, 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 не загрите лишний трэш. Токен пал приствок, там сами разбирайтесь. Будьте меч, трансмог. Кто меч выиграл, блять, отдайте. Не дам. А, спасибо. Все, погнали на мобы на эту. Сейчас того моба я завожу, за мной заходите. Давайте, натадивайся по тактике 25-ки, будете плюс-минус вот именно перемещать-то. Меч зажал. Да, просто. Его, его, блядь. Так, по танкам, по сторонам, сейчас я все распределю по хилам тоже. Да, поставлю. А Фьюш вообще играет, не играет, где он хоть? Фьюш играет, он, блядь, спит. У него там какие-то проблемы, он спит сейчас.